Уважаемые граждане России, вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой долг по защите женщин, детей и стариков. Грузинское руководство в нарушении устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу, развязало вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин» – только вдумайтесь в эти слова – приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села – вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии. Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса, игнорирование достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападение на миротворцев – все это грубо нарушало режим в зонах конфликта, режим, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ. Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не отошли от своей позиции, даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши настойчивые предложения грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной Осетией договоренности о неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН. Сейчас понятно, мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности. В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, после того, что произошло в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру.
Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей.